Я Ренур, и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Сегодня очередная серия летсплея по игре Adventure Capitalist. Я, как видите, не бритый, лохматый, и сегодня даже на работу пришел, как вот вчера был. Ну, не успел ничего собрать, просто вот вышел, как вышел. Ладно, не суть. Надеюсь, вы простите не мою лохматость некоторую. И мы играем, продолжаем играть в Adventure Capitalist. У нас сегодня 5,7 октодесилиона. С нами опять диджей Hyde Me Inside, его композиция Trinity. Так, ну давайте быстренько попробуем посмотреть, что нам вообще... Во-первых, да, у нас, по идее, Луна. Луна сегодня. Давайте запустим на Луну. Что мы здесь видим? По сути дела, мы здесь видим нечто иное. Камеру мне, скорее всего, придется менять на какую-то другую. Я подумаю, на какую, честно. Ну как, что я буду думать? Я вот такую же камеру приделаю, но только уже для... Ну, сейчас я покажу, какую. Вот такую, но только чтобы я там уже был в иллюминаторе. Ну, вы поняли, короче говоря. То есть будет еще одна сцена, сделана специально под это дело. Я честное слово обещаю. Ой, что-то в горло попало не то. Извините. Итак, это, по сути дела, тот же самый бизнес, который у нас был в самом начале, в самом старте, но только на Луне. Тут, соответственно, несколько другие правила. Да. Теперь по двоечке за раз. Давайте глянем на анлоки. Что тут по анлокам? Ну да, ботинки до десятки надо добивать сразу. Ну, ничего, ничего. Добьем. Докопим. Отлично. Так вот просто клик. Как в самом начале, как заправские начальные игроки. Есть. Начало тренда. Давайте глянем на менеджеров. Сколько? 750 лунных долларов стоить будет нам менеджер первый. Давайте, даже не знаю. Ну, это несколько долго будет. Несколько долго. А следующий анлок как раз таки для... Что это? Шахта? 8 шахт? А. Да, гравитационный гравити буз. Гравитационные ванны? Так что ли? Так, что там по ваннам? Ох, ванны только к 30-ке будут. Ну что, кликаем. Раз уж это кликер, то давайте кликать. Вот. До 20-ки довели. Тут, видите, немножко нужно дальше апгрейдиться. Я так смотрю. Совершенно по-другому вся система разведена. То есть первый, допустим, выхлоп на 30-ке. То есть совершенно иначе все сделано. Ну как, я буду пытаться в той же самой теме, да, делать все, как и не на Луне. А здесь, кстати, можем вернуться, если что, обратно. Да, несколько уныло, что нужно кликать все. Ну ладно, сейчас накликаем как раз на первого менеджера. Уже вот сейчас, да, первый менеджер уже за меня будет кликать хотя бы ботинки. А мы можем спокойно тут подкликивать и немножечко улучшать капиталы, вкладывать. Сколько получается? Глянем, сколько там у нас? Ага, 22500 аж целых. Это просто бешеные деньжища от нас требуют. Так, здесь до 40 можно добивать. Есть.
Да, не так уж и много. Смотрите, здесь уже сороковку выкидывает там, за раз. Опять, как бы, разработчики там какую-то систему свою придумали, и как это все будет здесь реализовано, именно на Луне, ну, мне лично вот как-то пока такой вот прямой логики, как была на Земле, да, здесь ее нет. Хотя даже на Земле эта логика была явно не прямой, а какой-то очень такой скрытой и тайной, скажем так. То есть непонятно было наверняка, чего здесь. Здесь свои собственные инвесторы, свои собственные космические ангелы. Как видите, то есть пока у нас те, которые у нас там остались, в том бизнесе на Земле, здесь пока ничего такого мы не видим. Сейчас попробую добить до 40 все-таки. Хотя, честно говоря, нет у меня уверенности, что это действительно хорошая идея, но я первый анлог все-таки для них возьму. Как вот есть Everything, всего по 5, да? Кстати, тоже может быть. Может быть, и стоило бы. Правда, тут это долго все будет происходить. С нами теперь опять же Hide Me Inside. Его трек называется Off. То есть выключить. Да уж, что-то чувствую, мы не так уже быстро, уже до менеджера быстрее дойдем, наверное. Клоны. Кстати, если мы сможем. Интересно, тут где-то отображаются наши клоны, что они есть. Пока я просто такой в шапочке стою. Жду трамваю. Какие тут апгрейды у нас есть? Нет, тут еще. Ого. Очень не скоро, скажем так, будет что там. Тут уже за эти деньги мы уже скоро и менеджера могли бы взять вот на эти будки гравитационные. Так, а что это я слишком далеко зашел? Нужно было на 40 остановиться. Хотя заразик, смотрите, клик приходит не так уж и мало. Да, нужно кликать. Это умопомрачительно удручающе. Вот, все, кликайте там сами, без меня разбирайтесь. Так, Лунный экспресс. Или клонов добить. Так, что по клонам у нас? На двадцаточке. Payday клоун. Даже не знаю, стоит ли это дело добивать. Вот это хотелось добить. Тут уже что-то такие суммы прям. Так, надо не забывать, что надо кликать. Давайте попробуем добить до 20. Тут что-то, смотрите, клоны-то очень даже неплохо. Подкидываю деньжат-то, смотрите. Ух ты. Долго, конечно, но смотрите, сколько их. Конечно, я не могу сейчас посчитать, да, в секунду доход. Ну, скажем так, не так это явно. Но здесь капает, и капает не слабо, я сказал бы. Я добью. Добью до скольки? До двадцатки. Потому что это достаточно легко, во-первых, дается. Во-вторых, суммы отсюда валятся очень хорошие. Скажем так, на данный момент ощутимые хорошие. Даже за тысячу не перешел, да, я вот Town за DR, то есть тысячу имею. И за это мне сказали, что я молодец. Вау. Тут увеличилась не скорость, а именно доходность увеличилась с клонов. Ну что ж, конечно же, запускаем Лунный экспресс. Что они какие-то вообще смешные деньги приносят. Да еще и кликать надо. Так, до пятерки добью, на этом останавливаюсь по нему пока что. Да, клоны что-то прям бахают. Даже не знаю. Может быть, стоило бы что-то сделать иное с ними. Давайте менеджеров дождемся, чтобы клоны тоже заработали в полный рост. Или клонов качать. Вот даже не знаю, что-то смотрю, 60. Но они реально приносят бабла, давайте их и будем покупать, а? Вау, сколько бабла ищет, а? Да, долго, нужно все накликивать, да, но денег-то много приносят-то они. Получается, не знаю, сегодня землю посмотрим или нет. Так, сегодня по новостям, по новостишкам-то. Ну, в лучшем случае я смогу сегодня снять еще с ребятами 7 Days to Dawn, но что-то как-то там очень тихо, я не уверен, что соберутся.
Как-то у Гонови там были проблемы с машиной, что-то случилось. Вот. Короче, все не так гладко, как хотелось бы. Как обычно все. Кликать не забывать надо. Наш не менеджер, короче говоря. Сколько там менеджер? Вот, сейчас вот менеджер придет. Овечка Долли будет рулить нашими клонами. И помогать нам нормально по ним отрабатывать. А то вот это вот накликивание клонов. Как бы неприятно, что денежка, да, не капает. Нужно кликнуть обязательно. Сейчас овечка Долли ситуацию разрулит. Туранга. Кстати, отсылка явно к Футураме. Циклоп. Был такой мультик. Мне сюда хочется вкладываться. Да, вы слышали эту тему. Это Country Dance от того же самого Hide Me Inside. Сегодня пятый день, когда я не хожу в ошейнике. Уже считаю. Ну как, иногда, конечно, если забудешься и неправильно осанку начинаешь держать, конечно, начинает шуметь в голове. Ну, вот так. В общем-то и целом. Очень даже все неплохо. Так, интересно, следующий анлок что даст? В два раза больше, опять же, денег будут они давать. Да? 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 Или скорость? Не знаю. Тут что-то вот не указано. Кажется, просто денег будут давать больше. В два раза больше. Или скорость снизится, я не знаю. Раньше X2, да, означало скорость. Давай, чуть-чуть еще осталось. До 60 надо добить, потому что они реально... Либо здесь 80 потрачу, да, и получу сразу в ответку. Но здесь, скорее всего, какая-то, конечно же, тайная подвох, тайная, вернее, линия, да, какая-то присутствует, про которую не видно так, открытым взглядом. Но пока вот это надо, чувствую, первым до 60 добить, а дальше уже посмотреть, что к чему. И вообще нужно посмотреть, что у меня на том бизнесе. Кстати, давайте глянем, можно ли обратно. Нет, тут то же самое. Причем суммы те же самые, кстати говоря, только уже относительно Луны. И ступенечки начинаются именно снизу также. Ну, еще семерочку надо купить. Колбасится хорошо. О. Как обычно, последние суммы всегда добиваются крайне тяжко. А, кстати, да, вот ползунок есть, на котором показано, сколько осталось для того, чтобы добить. Допустим, здесь вот осталось добить чуть-чуть. Сразу видно. Давайте тоже добьем это. Все, взяли анлок. И прекрасно. На этом остановимся. То есть я ползунок добил до конца и вот так вот. Так, вот я не знаю, сегодня ли эту вещь сделать. Вы напишите, у меня было в планах по Adventure Capitalist сделать такую экспресс-серию, где мы проходим сразу далеко-далеко-далеко и заканчиваем чуть ли не игру вот такими маленькими этапами. К сожалению, это сделать на стриме, естественно, не получится. Естественно, серия будет длиться... ну, явно больше стандартных 15-20 минут, сколько она у меня обычно идет. Вот. Но зато мы сразу далеко пройдем. Или же лучше так и продолжать снимать Adventure Capitalist в том же самом режиме новостного подкаста, где я рассказываю, какие у меня новости. Вот. Либо, опять же, есть на заметке как минимум одна игра, а по-моему даже и две игры, в которые точно так же можно было бы поиграть. Причем обе от одного и того же автора. Одна там нужно все в камине сжигать была игра, а вторая от того же автора Vault of Goo, которую я, насколько помню, я реально ее до конца никогда не проходил.
Да, скорость не увеличилась, увеличился доход. Тут несколько иная политика партии. Ну что ж, давайте допивать тогда вот эту штуку. Ну, добьем ее сейчас. Так, сколько там следующий менеджер у нас? Хо-хо-хо-хо. Уже миллион хотят, да? Так, понятно. А менеджер? Да, 1 850 000. Ну, так не слабо, я скажу, не слабо. Гораздо больше хотят. А здесь вложения такие серьезные идут, не знаю. Почтовые, лунный экспресс. Ну, я уже миллионер зато по лунным исчислениям. Это вот просто кликанье, я не уверен, что оно... Я хочу просто взять менеджера, да, и оставить на некоторое время лунную колонию, заняться земной колонией. Так, апгрейды, что там? Ботинки. Угу. Ну, половину уже денег на менеджера скопил. Давайте покликаем уже. Не буду сейчас тратиться, никуда вкладываться. Возьму менеджера этого. Сегодня серия и так уже, получается, будет более длинная. Да вообще уже все серии по этой игре, потому что их теперь стало... Игры самой стало в два раза больше. И самого игрового процесса, соответственно, точно так же будет в два раза больше. Вот, поэтому даже не знаю, как бы и туда хочется, да, и уже закончить с этим адвенчур-капиталистом хочется, и дождаться уже нормального какого-то апгрейда. Не, ну как минимум точно серия будет, чтобы вот это вот все здесь открыл, да, и показал, что так, что да как. А в общем-то и не ясно, куда дальше двигаться, стоит ли здесь, так, уже совсем, еще немножко, может быть он действительно начнет нормально приносить доход. Ну, пока ботинки даже лучше, наверное, по скорости производства денег. Но опять же, это все, скорее всего, есть какие-то скрытые тайные камни, которые нам сейчас, вот пока мы не привыкли, да, открытому взгляду нашему, поверхностному, не видны. Тут ничего удивительного нет, так и должно было быть. Отлично, все, здесь работа пошла. Давайте добьем, сколько сможем. Сможем ли... Скоро ли мы сможем так много? Да, 25. 25 нужно вложений, так что отложим. Отложим. Вернемся на землю. За это нам ничего. Мы за это не платим. Так, хочу вот добить. Угу. Еще хочу добить. Ну что, неплохо. Следующий анлок. Всего по 1100. Все достаточно просто. Вау! У меня открыто достижение. Жалко его не... Видите, Grand Standing. То есть всего по 1000, видимо, взял. Да, ну тут, опять же, далекие дали мы пока не уходим. Но зато, смотри, сколько лимоны нам лимонят-то уже. Бешеных деньжищ. Так, по менеджерам. Понятно. По апгрейдам. Непонятно, как обычно. Ага. За 1 секстерион ангелов можно по профиту умножить 15. Так, а сколько у меня инвесторов? 2,1 секстерион, да? Ну, думаю, стоит. Стоит того. Да, я согласен. Потому что всего стало в 15 раз. Earth Overlord, открытое достижение, то есть повелитель земли. Круто. Так, и по инвесторам, соответственно. Ну, нужно делать рестарт. То есть нужно клейм делать. Вернее, теперь новым названием это называется клейм. Стандартно. Опять же, из-за того, что мне нравятся красивые циферки. Кругленькие, четенькие. Вот так вот наглым образом. Запускаем наш бизнес в работу. Отлично. Я скупил того, да? Да, я скупил этого. Ну ладно. Ну зато некоторые вещи действительно ускорились. Кликнул на него, кликбай, и все стало хорошо. Так, выравниваем. Теперь DJ Биффинсон.
Я, к сожалению, не подобрал пока других треков. Вот, пока использовал уже проверенные, которые пока нам ни капли не мешают, да, которые YouTube спокойно принимает. Да, что-то я промахиваюсь. Ладно. Ладно. Как мы помним, сюда нужно кватро куда? Вау. Мне нравятся эти суммы. Мне дико нравятся эти суммы. А? Даже так нужно, да? Квикбай. Давай еще. То есть вообще остальные бизнесы можно не прокачивать. Так, для, знаете, для цвета. Чтобы как раз таки взять анлоки, там, которые X все. Так, до 1000 добиваем. Круто, а? Круто-то. Почувствуй, как говорится, мощь. Почти смог. Ну, все по 1000 опять. Ух. Ух. Прям ух. Да. Можно считать, что, в принципе, на этой части игру мы, ну, практически, скажем так, по большому счету уже почти и прошли, я так думаю. Ну, я не уверен, конечно, наверняка. Анлоки по лимонам еще есть, конечно же. Ладно, подтягиваем остальные бизнесы. Какие получилось. Но ВМ куда-то там Десилион. Так, ладно. Посмотрим, оставим пока здесь. Посмотрим, как у нас дела на Луне. 5,2 миллиона получили за наше отсутствие. И не смогли даже все равно доапгрейдить 25, а? Да, как тут все гораздо печальнее все происходит. Такое ощущение, что вот сюда надо вкладываться. Ну, я уже добью, наверное, или даже не знаю. Да ну, тут дохлый номер. Здесь реально бокап, это там какое-то издевательство. То есть сначала вкладывать в клонах, короче, надо, как лимоны. Ну да, медленно они идут. С этим ничего не поделаешь. Я так смотрю, тут вообще, кажется, все будет идти, скорее всего, медленно. Потому что я не увидел на анлоках. И этих анлоков-то 133 штуки, кстати. А за денежки апгрейдов? Давайте апгрейды возьмем за деньги. Хоть что-то. Здесь нормально так капает. Надо было, наверное, какой-то там апгрейд, если был бы на кукловодов. На наших лунных товарищей можно было бы. Нет, я не буду сейчас брать кислородный бар, потому что я явно ищу менеджера на него. 4 миллиона 300, я уже не смогу позволить за эту серию. Вот, потому что у меня уже через 10 минут, по идее, должна быть съемка по 7 Days to Die. Так, ну... Что делать? Апгрейд. Вот этот хочу апгрейд. Я хочу этот апгрейд. Я не хочу других апгрейдов. Миллион капает за раз уже. Опять Биффинсон играет. Тайм, время транса, композиция. Ну, честно говоря, как по мне, Hide Me Inside. Можете оставить, кстати, свое мнение. Как по мне, Hide Me Inside все-таки чуть-чуть получше такой. Более продвинутый диджей. Да, на 25 я не уверен, что смогу добить. Вот тут как-то X2, да, он как-то... Он все-таки выглядит больше таким, да, именно. Я не увидел прироста скорости. Хотя, может быть, он и был. Ну вот как-то, да, и здесь нет прироста скорости, здесь все идет... На Луне как бы обстоятельства идут иначе, то есть... нет такой частоты. Во всяком случае, я пока не увидел, может, апгрейды поделают.
даже не знаю. Хочется добить вот это дело. Ну тут уже те анлоки стоят. Тут миллион, а тут что назад миллион. Я лучше сюда вот вложусь, например, да? И здесь начну получать уже еще больше. Хотя, смотрите-ка, в какой-то момент мы застопорились. Застопорились, однако. Ладно, давайте еще раз глянем, что у нас на земле. И тут все хорошо. Гораздо лучше, чем там. Здесь вам не тут, как говорится. Что у нас газеты? Какие анлоки следующие? 1025 газет. Конечно же, давайте десятками набивать газеты. Вышки, банки, кажется, начали приносить, да? Угу. Да, мойки. Как-то уже и креветки, кстати. Хотя, смотрите, пончики 27 десилионов. Ну, правда, сеп десилионов. А тут секс десилионов. Ну, конечно, лимоны жахают. Лимоны рулят, скажем так. Ну что, нет, мы не скоро тут что-то сможем прикупить. Хотя, может, стоит дождаться, да? 800... Сколько соточка? Новым десилион. Да? 2,8 новым десилиона. И мы будем в 5 раз больше от имонстендов получать. Хочу. Они и так сейчас приносят бешеное количество, но я хочу еще больше. Так, сколько там десяточка нам останется? 1,3, практически... Да, практически больше половины суммы последней, как видите, апгрейды стоят. Сумасшедшие деньги. Ладно. Нет, я хочу перед последним визитом на Луну, хочу здесь еще все-таки добить лимоны. Потому что нереально сейчас они всю экономику нам делают. И чем ближе к концу апгрейда, тем больше. Что там еще? За деньги, за ангелов. Мы можем себе это позволить, да? А, нам безопасную покупку предложили. А сколько у нас вообще всего министров? О, да, нет. Вернее, о, нет. О, нет. Я не готов тратить всех инвесторов на такие вещи. Так, максимально. Ну вот разве что мойки машин, да. Где наши? Бах. И практически вот сейчас уже и банки можно будет подкупить, да? Деньги бешено капать начали. Даже не хочется смотреть и уходить раньше времени. 92 отщелкивает. Надо добить. Раз уж прям явно видно, что можно. Все, последний заход на Луну на сегодня. Уже 28 минут снимаю. Так, менеджеры. Сможем ли? Сможем. Я сразу куплю менеджера. И что? Как все быстро. Да. На Луне, короче говоря, все не так быстро, как хотелось бы. Хотя, смотрите, достаточно быстро мы почти догнали. За одну ходку, да, чтобы было. Ну, здесь тоже очень хорошо. Давайте попробуем ботинки на апгрейдить. Может, такая же ситуация, как с лимонами будет на них? Что там у нас? О, у меня появился робот-помощник. Здравствуй, робот. Привет, хозяин. Вернулся к нам Hide Me Inside. Его композиция играет сейчас.
Main out level, то есть. Ну, короче, сделай громкость побольше, типа того. Но я не буду делать, иначе вы меня слышать не будете. Хотя. Не, не буду. Не буду, не буду. А то потом настраивать каналы, вы знаете, что ну его нафиг. Так, ну на сегодня, думаю, достаточно. Мы уже нашерудили. Пускай наш бизнес здесь как-то поживает. Всем спасибо за просмотр. Я жду от вас, наверное, мнения, да. Стоит ли, может быть, или не стоит мне как-то закинуть дальше наши бизнесы, да, продвинуть. Или саму игру, стоит ли мне продолжать снимать, или как-то, может быть, через день, да, чередовать ее. Кстати, тоже как вариант, чередовать ее с другим проектом. То есть один день я новостной подкаст по Adventure Capitalist делаю, а другой день новостной подкаст по какой-нибудь другой игрушке. Вот, за кадром я играть не буду, ребята, у меня действительно просто нет времени играть. У меня есть время только снимать. Это максимум, что я могу себе позволить. Как это ни странно бы не звучало, но реально. Вот отснял материал, выложил, это, на это у меня время есть. Просто играть для себя. Я не помню, когда это делал уже. Потому что снимать, а потом хочется показать, что ты сделал. Ну, потому что самое интересное зачастую происходит именно тогда, когда ты именно снимаешь. Не снимаешь, вернее, когда просто играешь, там, куча веселья, думаешь, вот это надо было показать, вот это надо было показать, вот это, а потом на черновой съемке, например, она бывает, когда первый раз там проект делаешь, или тренируешься, или давно не играл, вспоминаешь, как это делать. Вот, и зачастую происходит, что именно на съемке, именно уже живой, да, которая пойдет в эфир, публикацию, вернее, там уже вот этого всего, что с тобой случилось во время черновой съемки, просто не происходит. И ты, ой, ёлы-палы. Так что даже подумываешь, я вообще не люблю играть игры, в которые я хотя бы хоть как-то не освоился. Но иногда даже думаешь, а может быть все-таки, как ты осваиваешься, тоже показать. Тоже такой тонкий момент, потому что это на самом деле иногда очень сильно отчуждает. Как мне кажется. Может, я ошибаюсь. Ладно, ребят, всем... О, денежка пришла. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Райанор. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов.